О, давай. Отлично. Что-то бомбануло. Летим. У нас хвост оторвало. Эмеральд, ты бы повернуть не можешь. Чувак, мы не можем повернуть никак, понимаешь? Ой. Короче, летим на любой рандомный остров. Не, мы падаем, я снижаю высоту. Так, что типа вроде нормально стоит. Здорово, дорогие друзья, как вы видите, на заднем плане происходит какая-то... оргия. Всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Эмеральд и Нейзи, и сегодня мы снова на острове. Снова, да. Окей, погоди, камеру заберу. Что мы будем сегодня делать? А, да, забыл. Мы будем достраивать самолет. Вот, собственно, двигатель мы уже скрафтили. И осталось только собрать все части воедино, и получится у нас летательное средство под названием двухместный биплан. Во, и да, дорогие готов. Друзья, слушайте, дорогие друзья, важная информация. Если вы не видели прошлую серию, она находится на моем канале. Да. Она в описании и в комментариях скрепленная. Окей. Если вы не смотрите, то посмотрите ее первой. Потом Эмеральд. Уже. Чуть-чуть. Смотри. Это же биплан! Давай пойдем поставим быстрее. Давай. Так, окей. Я радуюсь так, как будто это квадрокоптер. Так, я мечтаю о квадрокоптере. Кстати, чуваки, у кого есть квадрокоптер, напишите в комментарии. Просто хочу посмотреть, кто. Я просто увлекаюсь квадрокоптерами. Я мечтаю о квадрокоптере, но мне не хватает на него денег. Ничего. Скоро будет. Он стоит очень дорого. Он стоит очень дорого, как машина почти. Нет, смотря какой квадрокоптер. Окей. Ну, давай поставим это чудо. DJI Mavic. Да, Mavic это топовый. Окей, давай поставим это чудо. Ух ты ж, ё-моё. О, да. Какой он прекрасный. Давно вы, ребята, его не видели. Просто сейчас влепите лайк за квадрокоптер. Какой квадрокоптер? За этот, за биплан. Чуки, а сейчас будет немножечко ностальгии. Стой, слезь с него. Давай сейчас выключим шейдеры на секундочку и... О боже, это опасные приключения. Ой, стрёмные, какие опасные. Это стрёмные приключения, да. Стрёмные приключения. Только мне нужно... Вас все это время обманывали, это были не приключения на острове, это были стрёмные приключения третий сезон. А теперь возвращаемся обратно в выживание на острове. На острове, да, жизнь на острове. Окей, так, давай. Давай тогда... стоп, иди сюда. Давай расчистим немного для него. Слушай, подожди. А хотите, я вас напугаю? Ну давай. Он сам имбится. А чё не подбирается биплан? Вот это меня больше пугает, чем твои. Это потому что ты меня обозвал. Все. Да, все, я его подобрал. Ха-ха-ха, я маг. Дай, пожалуйста, его. Ну ладно. А реально, чё его подобрать не могу? А сейчас. Окей, забери его пока что. Давай пойдем срубим все вот это. Теперь я его не могу забрать. Окей, разберись с ним. Я сейчас пока расчищу. Вот, забрал. Расчищу место взлета для него. Давай вот это вот все уберем. И попробуем полетать, как старый добрый. Так, времена. Это все убираем. Что, улетать с этого острова? Помоги мне парус сломать. Билет, так, парус. Сейчас, погоди. Мне нужно для начала поставить биплан на его место. А именно к Александру Пистолетову в карман. Александру Пистолетову в карман? Да! Зачем? Он не будет его крутить, вертеть? В смысле? Прямом, зачем ты его туда отнес? Мы сейчас летать будем. Потому что нам нужно растянуть хронометраж. Окей. Эмеральд, я помню... А теперь смотри. Хопа! Дебил. Пошли домой, сейчас скрафтим топливо. Ух ты, смотри, тростник у нас вырос, давай. Посадим заново. Да, кстати, чуваки, нам нужно... построить еще много чего интересного, поэтому все такое. Давай, Эмераль, пошли тогда домой. Сейчас сделаем топливо. Я даже, по-моему, помню, как оно крафтится. Там нужен уголь. Оно крафтится из бензина. И железо, нет. Достань, пожалуйста. А, биплан вон. Я думал, ты реально к нему положил. Так, у нас есть железо? Железо у нас нет. Черт, окей, где твоя шахта? Там было железо, куда ты его делал? Куда? Ты его же добывал в прошлой серии. Так мы же его потратили на этот двигатель. Окей, погнали, где тут можно железо добыть? Железо здесь можно добыть в шахте. Ну, вот я в нее спустился. Можно добыть в шахте, а можно добыть и в шахте. Класс.
А еще? У нас есть... В шахте. Тут ни хрена не видно. Сейчас я поставлю. Так, короче, копать буду я, по сути, походу. Да, давай. А то это расизм будет копать. Копай. Какой еще расизм? Ты чего? Такой. Где шахта, скажи мне? Ой-ой-ой. Я потерял кирку. Давай, плыви. Сейчас попробуем мы добыть железо. А, стоп, ты мою кирку стырил? Так нет. Дай мне, а вот она. Она у тебя, давай. Так, короче, давай копать в две стороны разные. Ты туда будешь копать, и сюда буду копать. Окей. А тут будет железо везде, не? Везде? Нет, везде я не уверен. Так. Окей, давай еще покопаем, посмотрим, может тут реально найдем железо. Потому что я только тут землю эту вижу. Ой, так, нормально. Ага. У меня только земля тут, понимаешь? Да. Ну что, нашел что? Бывает. Пока что еще не, вообще ничего. Блин. Но тем не менее, я не теряю надежды. Кстати, тут с этими шейдерами баг такой, что когда рубишь, тут небо видно. Да, это на самом деле довольно печально. Ну, не печально, не, это можно исправить на самом деле. Это связано, наверное, с тем, что... А расскажи подписчикам, как это исправить. А надо просто заменить текстурку ломания на непрозрачную, а на обычную какую-нибудь. Например, там, на царапинки и прочую фигню. Нашел что-нибудь? Пока что нет, я же говорю, тут одна земля. Реально земля. Давай я чуть-чуть повыше покопаю. Давай. Ах ты, сачок, Эмеральд. Я вообще-то копал. Ага, да, стоит. Смотри, я просто медленно копаю, смотри. Давай, вот, ну, видишь, я копаю. Ну. Закопал тебе. Че ты там? Спасите, я стал говорить на языке тумба-юмба. Геральт превратился в полного аутиста, давай. Да все потому, что ты меня тут... закрыл. Все потому, что ты сачок, Эмеральд. Я сачок, это ты сачок. Я копался это время. Я не сачок, я удочка. Ты расизм. Расист. Я не расизм, это ты расизм. Расист. Я тебе дам расизму. Расист, говорю. Короче, найдем мы эту... Тут везде земля, найдем мы эту вашу... Как железную руду мы продолжим. Чуваки, вот я, собственно, нашел руду вашу. Так, ну давайте. А я тем временем нашел нашу гробницу. Какую еще? Какую гробницу? Вот эту вот гробницу, в которой мы были. Да? О. Да. Ну-ка, сейчас заберу последнюю. О, 4, как раз. Отлично. Окей, все, побежали быстрее. Какую гробницу ты нашел? Вот эту вот. Ты расхититель гробниц? Нет. А где Эмеральд вообще? А, я же его закопал, точно. Ну, вот Эмеральд... ты меня закопал. А, вот это вот, где я сказал дом. Да. Это... Ладно, поплыли тогда. Ну, вернее, не поплыли, а пошли обратно. Пошли. Слушай, я просто хочу немножечко покопать, чтобы найти больше ресурсов, а ты пока там... Окей. Да, я хочу просто понаходить что-нибудь интересное. Окей, давай. Я тогда пойду пока переплавлю это все. Наше дело. Да. Уже закат. Ты знаешь, что делать. Так. О, курица. Все, как раз пожру. Собственно, что нам нужно? А, топливо. Вот, да, точно, ничего. Нужен уголь для топлива и железные слитки. Так, как я помню, они крафтятся... Топливо крафтится... О, во, отлично, да, вот так оно крафтится. Пока положу сюда древесины. Пошли, Эмеральд, попробуем тестовый запуск. Пошли. Сейчас я иду. А, чертова ночь. Окей, придется тогда подождать. Ну, давайте подождем. Вот, собственно, утро у нас, да, Эмеральд? Пошли. Да. Тогда попробуем запустить наш двухместный биплан с двигателем V4. Так. Да, ты абсолютно прав. Это самый бичевский двигатель, если что. Этим заниматься. Главное, чтобы он в воду не упал. Так, ну давай. Да я думаю, не упадет. Мы же профессионалы. А, ну да, сколько мы уже вводим? Мы даже со Stranded Deep'а сбегали. Да. Ну, давай, попробуем. Это, кстати, слушай, это чем-то напоминает Stranded Deep. Ну, я тебе это говорил. Так, звук потише делай, чтобы не оглохнуть. И давай попробуем полететь. А, ничего не слышу. Ё-моё, как бы не упасть. О, давай. Отлично. О, что-то бомбануло. Что-то бомбануло. Ой. Летим. У нас хвост оторвало. У нас хвост оторвало. Мы... Эмеральд, мы повернуть не можем. Чёрт, что же нам делать? У нас... Пойдём. Чувак,
Нам надо как-то воздух. Походу, нам придется улетать. Нет. Нам это. Черт. Инвентаря тут нету. Ё-моё. У тебя нет случайно этого? Но задницы самолета. Задницы самолета? Я не знаю, как она выглядит. Чувак, мы не можем повернуть никак, понимаешь? Ой. Короче, летим на любой рандомный остров. Не, мы падаем, я снижаю высоту. Ты понимаешь, что мы сейчас в воду упадем? Мы под водой, твой. О, нет. Крушение самолета в Майнкрафте. Не, все нормально. Так, он не взорвался, надеюсь? Нет. Все. Всплывай. Бульк. Ой, господи, как тут ярко. Так, надо лететь в обратную сторону сейчас. Давай пристроимся тут. Угу. Эмеральд, давай, сейчас я пристрою. Давай, мы сейчас починим его и обратно улетим. Черт, у тебя есть стройматериалы какие-нибудь? Стройматериалы есть, много. Отойди, пожалуйста. Ну, отойди. Так, нам нужно для него построить спину. Спиннер. Спиннер? О, спиннер, кстати, сейчас модная штука. Так, вот так он. Как делается хвост? Погоди. Кстати, ребята, вот напишите в комментариях, если у вас есть спиннер. Давайте, ладно. У меня, вот например, пока что нет, но я уже его заказал. С Алиэкспресс, и скоро он будет крутить его в своем. В электромоторе. Так, чувак. Забираем верстак и плывем. Нам как бы вот туда плыть. А, хорошо. И там будет земля хоть какая-то. И попробуем там взлететь с нее. Вон, я уже землю вижу. Мы, конечно, вряд ли там взлетим, но ладно. Вот, нет, там, конечно, неровности, но... Я просто слишком рано поднял хвост, и он, видимо, зацепился об этом. Оп. О, под водой видно все это. Класс. Лол. От третьего лица под водой все видно, а от первого нет. Лол. Бывает. Буду всегда теперь от третьего лица плавать по воду. Так, собственно... Не, на самом деле тут красиво так, классно. Блин, реально прикольно. Да. Во, вот отсюда давай попробуем взлететь. Давай. И лететь нам как надо раз, вот в ту нужный сторону. Длинный остров. Ну, почти что нужный. Надеюсь, взлететь хотя бы мы сможем. Да, сможем. Окей, давай. Просто давно не летал на самолетах из Flensmoden. Так. Есть такое. О, во, вот тут как раз таки сможем взлететь. Да, я думаю, что да. Окей, давай тогда поставим. Вот. Так, репейр. О, ну колеса-то не нужно для того, чтобы летать. Пофиг на колеса. Давай да. Попробуем теперь взлететь. Давай. Главное, чтобы крыло не оторвало. Ну, хоть полетали. Полетели. Ой. Взлетели. Сейчас. Чё не летим-то? Чё не летим? Без колес не можем лететь. Можем. Чё происходит? Чё мы взлететь? Мы левитируем в космосе. Чё? Мы как это, ковер-самолёт. О, летим. Взлетел! Отлично. Ура! Прекрасно. Всё, летим обратно к нам на остров. Окей, давай попробуем. И в следующих сериях мы будем, я думаю, уже валить с этого острова к нам обратно в страну. В страну, да, давай попробуем, а то... Вообще, как ты сюда попал-то, а? Я сюда попал, я на корабле перевозил груз, каспийский груз, ну не каспийский, но груз. В общем, перевозил, а корабль потерпел крушение, меня все бросили. Офигительная история. Короче, чувак, у нас колесо повреждено на минус 1660%. Понимаешь? Вау. О, а вот и, собственно, смотри. Блин, реально так прикольно выглядит все с высоты птичьего полета. Угу. Ой, я подлагал что-то. Окей, давай. Но ты не посадишь самолет здесь. Посажу, не ссы. В стрёмных приключениях сажал, здесь посажу. Ну ладно. Окей, давайте сейчас сделаем крен. Крен? Чё? Крен-тангаж. Крен-тангаж, чё не ссы. Вот так вот наклонить. Я тебе ещё знал, что такое тангаж. Тангаж? Когда... Вот крен это когда наклоняешь, а тангаж это вниз и вверх. Понял. Так. Вот смотри, на низкой скорости. Так, нам надо вот так подлететь сюда. Во-во! Взлетная полоса. Взлетно-посадочная. Ну, посадочной я бы ее не назвал. Эмеральд, скрести свои квадратные пальцы. Давай! Давай. Сажай. Поздравляю, всё. Нам это удалось. Оу, черт! Оу, щит! Твою мать! Взорвался! Ой, ты третьего лица так странно взорвался. Чувак.
зачем самолет сломал? Ты сломал самолет! Он под конец сам ускорился. Ты сломал самолет! В чем взрывается-то? Он взорвался! Все, конец самолета. Эмиральд, смотри, что осталось от самолета? Осталось... Лодка осталась. Две лодки. Ну что, поплыли в кругосветный... Да, поплыли, давай. О, тихо-тихо. Полетели. Все, поплыли, давай, садись. Он лететь не сможет. Давай. Эмиральд, ты... О! Что? Влезай нахрен. Это что, не моторная лодка? Это самолет. Чувак, как ее срубить? Я твои слова воспринял буквально. Чувак, ломай его, плыви. Давай. Сломал? Нет. Он не ломается. Как так-то? Сделали, значит, самолет. Теперь он на днище умирает. Эх, походу нам придется не уйти. О, я его сломал. Все, выплываю. Окей, придется его снова чинить. Да, поэтому мы задержимся на острове немножечко подольше. Подольше, окей. Ну, все-таки самолет мы-то испытали. Давай залезаем на корабль. Зато было весело. Очень весело. Давай, знаешь, как Эмиральд сделаем, чтобы залезать быстренько. Вот смотри, я сзади тебя. Смотри, вот сейчас я подплыву и смотри, как сделаем. Давай сделаем вот такую вот лесенку для смарт-мувинга. Песенку. Так, смотри, делаем вот... Отойди на секунду. Ай! Смотри, вот так вот. И сможем забираться сюда. Во. Отлично. Ну что, чуваки, вот, собственно... Ой-ой-ой, смотри, это... А, так вот в чем проблема, смотри. Видишь, когда мы летели, тут полоса такая образовалась от хвоста. Он в нее разбился. Вот как. Во. И вот что осталось от нашего самолета. Две лодки. Да, вот так вот. Понятно. Вот так вот, ребят, бывает. Ты подобрал его? Нет. Ну, посмотри в инвентаре. Да. Окей, пошли тогда домой. Давай, пошли. Обратно. А то, блин, вон как полетали. Стоп, поставь на секунду. Я хочу посмотреть, что у него там сломано. А у него сломано вот что. Ну-ка. Репейр. Два колеса починить, два крыла, две нитки и хвост. Два уха. Окей. Можем, в принципе, прямо сейчас это починить все. Я помню, как это делать. Стой. Забери пока самолет. Самолетик. Так, вот так-то, вот так-то делается раз. Потом два крыла. Но это Эмиральд делал, не я. Это вот так делается. Да, раз крыло. Потом нужно еще. Так, вот так вот. По-моему, вот так. Так, потом что для него там еще надо? Поставь, пожалуйста. Два колеса, это понятно. Не, в принципе, он и без колес летает. Я его выброшу. Не надо. Ой-ой-ой, я куда-то наклоняюсь. Так, два крыла и нитки. Дай мне нитки, если есть. А у меня нет ниток, но у меня есть шерсть. О, дай шерсть. Из них же можно нитки? Её мало. Ну дай одну шерсть. А, у меня есть. Чёрт, из шерсти нельзя делать, понимаешь? Окей, ладно, чуваки, вот так вот мы полетали, собственно, на самолете нашем. Ладно, пофиг, следующую серию будем чинить. Да, починим. Ой-ой-ой, как подфриживает. Пошли тогда домой. Да, пошли. Вот, такая вот выдалась у нас сегодня серия с Эмиральдом. Полетали мы на самолетике. Вот, даже разбиться пару раз смогли. Причем пару раз это, ну, реально. Реальных пару да. раз. Такая вот у нас получилась с вами серия. Предыдущая серия да. была у Эмиральда, он это уже говорил. И всем спасибо за просмотр, всем пока, подписывайтесь на наши каналы. Пишите хорошие комментарии, кто напишет плохой комментарий. Эмиральд, что мы с ним сделаем? Мы того отдадим на воспитание Александру Пистолетову. Да, он того открутит на... Ну окей, поняли. Следующая серия будет у меня. Угу, да, вот. Да! Всем пока. Пока-пока. Еще раз. Пока-пока. А еще лучше? Пока-пока! Так-то лучше.